Работа и спорт. Как совместить? Оказывается, вариантов масса. Например, начать свое утро не с маршрутки, а с велосипеда или пешей прогулки. Это совет опытного зожника. Учимся и берем пример. Работа спорту не помеха. Девиз для Виктора Лазовского. Бывший учитель физики, сейчас активный общественник. Утро начинает с велосипеда. Так добирается на работу, а это 8 километров в одну сторону. Процентов 20-30 людей могут работать, которые до работы могут добираться на велосипеде или пешком, а не ждать такси, маршрутку, автобус. Всегда можно найти минутку, чтобы позаниматься. Как некоторым выкурить сигарету, это в течение, находят время, так и можно спортом. Просто каждый выставляет свои приоритеты. Мы таким образом сидят в Италии. 90-60-90. В офисе под рукой хула-хуп. Здесь его называют волшебный колесик. Тренажер компактный и полезный. В этом упражнении все мышцы тела затронуты. И спина, пресс, руки, плечи. Ну, может быть, нижняя часть ног не сильно. А когда мы стоя делаем это упражнение, то буквально... Здесь у нас работают все мышцы. Пример заразительный. Коллеги по работе тоже за ЗОЖ. Мы стараемся вообще каждый день делать какие-то такие 5-минутки, 5-10 минут, но постоянно из-за своей загруженности получается. Участвуют все сотрудники, стараются участвовать все сотрудники. Это очень помогает. После работы в тренажерный зал или на улицу. Там тоже тренажеры. В Рыбнице 3 таких площадки под открытым небом. У местной гимназии на переменах всегда шумно. Я люблю заниматься на тренажерах, потому что они укрепляют иммунитет и... Я могу вырасти здоровой. Надо никуда ходить, там, и платить много денег и многое другое. Можно выйти на улицу и позаниматься, когда захочешь. Одни бегают, другие ездят на велосипедах, третьи занимаются скандинавской ходьбой. Движение – это жизнь, говорит Виктор. Каждый день на велосипеде проезжает почти 30 километров. И это только разминка. Спорт для него уже не просто хобби, жизнь. А как вы начинаете свое утро?